Всем привет, друзья! С вами Иван Кожей. Сегодня мы продолжаем обозревать десерты из Макдональдс. Это будет опять пирожок, но по сути это не просто пирог, а клубничный чизкейк. То есть сырный пирог с клубникой. Вот данный пирожочек обошелся мне в 20 гривен. Давайте попробуем. В принципе, внешний вид он выглядит так же. То есть вот такой вот хрустящий как бы язычок из слоеного теста. Попробуем. Ну, вы знаете, такая вот мутная смесь. В середине все это дело выглядит так, то есть половина сыра. Достаточно вкусный, нежный такой сыр. Я бы сказал, что это, возможно, даже творог. Но на творог не похоже. Вот и плюс клубничный джем. Но когда я укусил, вот у меня была ассоциация, не знаю, мне почему-то вареники напомнило это все дело. Вареники с клубникой, вот, с творогом. Ну, как-то так, оно, какая-то ассоциация есть. Вот, попробую сейчас еще раз это дело укусить. Ну, тесто огонь. Тоненькое, слоеное, сладкое. Ну, честно, мне вот сыром не особо нравится. Ну, это как бы новинка, но мне вот с обычной сладкой начинкой прут больше. На этом у меня все, друзья. С вами был Иван Кожей. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.